Наверное, хотите найти работника себе, фирму, компанию, либо еще куда-нибудь, не знаю. Пожалуй, я вас сегодня даже немножко и удивлю. Хочешь работать, пришел работать, не хочешь, не работай. Все легко и просто. Все, закончила я вуз, поступила в магистратуру, думаю, дай-ка мне учиться пойду. А резюме, что нужно рассказать, самое главное? Кто ты, откуда ты, зачем тут что-то рассказывать, слова какие-то лишние говорить? Надо, что ты, по делу, вот так я считаю. Зачем делать так же, как все, зачем выделяться? Точнее, нет, не зачем выделяться, а почему бы не сделать отличие, как от других? Зачем делать одно и то же, быть как все, если все это уже серая масса? То ли делаю, раз, и необычность, добавим немножко необычности. Реклама для торговли, как хотите рекламу, торговлю сделаю, любую. Каким талантом я обладаю, необходимо рассказать, значит, петь, танцевать, стихи рассказывать, точно не про меня. Могу я, значит, предложить интересные решения различных проблем, нестандартные решения, как бы сказали преподавателям, и креативить она любит. Вот, да. Ничего сложного. Берем товар, берем рекламу. Оп, реклама. Диплом есть, награды есть, много. Хороший работник, училась, без строя, без боя. Диплом. Есть, все есть, берите. Ничего сложного там нет. Всего-то надо. Немножечко ума и чувства вкуса, стиля, конечно, стиль. Без него никуда, стильная реклама, модная реклама. И это точно про меня. Выделиться из толпы, это прям, как ни крути, мое любимое. Собственно, раз, два, реклама готова. Но если быть чуточку серьезнее, то я высококлассный специалист в области пиара и связи с общественностью. У меня есть диплом о высшем образовании. Также я уже неоднократно проходила практику в различных маркетинговых агентствах. Именно сейчас перед вами тот человек, который готов с вами двигать ваши проекты, двигать ваши цели вперед и вести вашу фирму, компанию, да что угодно, собственно, вперед. Поэтому вы можете связаться со мной по контактным данным, которые будут в конце данного видео. Поэтому жду ваших звонков, писем и интересных предложений. До скорой встречи!